Отель Хилтон Фейрус. Это первая береговая линия. Сразу через дорогу от Хилтон Дримс. Стандарт номер. Тапочки, халат, все по запросу. Этот стандарт номер с видом на сад, терраса. Есть также стандарты с видом на море. В общем, не знаю, Хилтон продавать на любителя, потому что здесь все платно. Бар на пляже платный, Wi-Fi платный. Тапочки, халат по запросу. Даже напитки при завтраке, ужине и так далее платные. Если вы возьмете full board плюс, тогда один напиток будет бесплатно включен. То есть один чай, одна вода, например, или тогда надо брать full board плюс. А если просто фулборд, то тогда напиток не будет включен. В общем, территория у них красивая, зеленая, большая. Пляж песчаный, вход пологий. Но минусы то, что все платно.